саженцы ириса и морталити предпочитают солнечные участки сада, но их можно высаживать и в полутенистых местах, не имеющих чрезмерной влажности. Ирис и морталити имеют красивый крупный белоснежный цветок с волнистыми краями, светло-желтой бородкой и с фиолетовым напылением по краю лепестков. Высота растения достигает до 100 см. Этот сорт ириса относится к повторно цветущим, его цветение буйное в мае-июне, повторно ирис цветет с конца августа до заморозков. Обладают высокой зимостойкостью, что делает их незаменимым многолетником на цветниках в районах с капризными и бесснежными зимами. Ирис германский и морталити, бессмертие, это травянистые высотой 55-60 см. Цветет растение в месяц май-июнь. Сорт относится к классу бордо-бирдот, бордюрные бородатые ирисы. Окраска цветка белый, окраска стандартов белая, окраска фолов белая, гофрированный, окраска бородки желто-белая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 10-12 см. Ирис германский и морталити, бессмертие, создал Луиц Зарбрик. Годом создания растения считается 1982. Растение заслуженно завоевало следующие награды: Honorable Mention 1986, Award of Merit 1990. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.